Пронзительная музыка и мастерский вокал. Первое совместное турне Вологодского оркестра Classic Modern Band и знаменитого исполнителя Рината Ибрагимова стартует 3 декабря с Вологды. Для вологодских виртуозов это новый виток в развитии, поэтому готовиться нужно тщательно. На репетиции духового оркестра побывала и наша съемочная группа. Дети, капитан. Репетиция сегодня особенная. Список композиций четко прописан. Это будущая программа, с которой на сцену вологодские музыканты выйдут вместе с известным советским и российским исполнителем Ринатом Ибрагимовым. В репертуаре и музыка из фильма «Дети капитана Гранта» и ария «Мистера Икс», а также русские народные романсы. Все, что исполняет звезда эстрады. Ну и дальше постепенно через Георгия Свиридова и Дунаевского мы уже выходим и на Бабаджаняна, и на Зацепина, и так далее. И вот такой, в общем, спектр. Совместное турне со звездой российского масштаба – это не только новая практика для оркестра, но и такая необходимая сегодня гастрольная деятельность. Вологодский духовой оркестр Classic Modern Band был создан около 30 лет назад. Много гастролировал и выступал на всероссийских и зарубежных фестивалях и конкурсах. Но в последнее время выезжать с концертами получается все реже. Переломить эту ситуацию решил художественный руководитель коллектива Виктор Кочнев. Чтобы оркестр не закис, я предпринял вояж к главе нашего города, который, кстати, очень любит наш оркестр. Я это знаю точно, абсолютно. Вот. И вот эту позицию свою ему изложил, что надо как-то что-то сделать для того, чтобы вот такой оркестр, который, по сути, является одним из брендов культурных, не только города Вологды, но и Вологодской области, что нужна поддержка вот в плане организации гастролей. Поддержка властей была получена. Организационными вопросами занялась администрация областной филармонии. На предложение выступить с вологодскими музыкантами Ринат Ибрагимов и его творческая команда ответили согласием. До этого мы с оркестром не работали. И в Вологде, в гастролях мы не принимали участие с оркестром. Но после того, как поступило предложение, посоветовались с нашими знакомыми, с дирижерами из других городов, получили очень хорошие отзывы, поэтому с удовольствием поработаем с оркестром. Уже сейчас на репетициях музыканты подстраиваются под манеру исполнения Рината Ибрагимова. Сначала Виктор Кочнев прослушивает песни в его исполнении и подмечает особенности интонации. И голосом показывает, как именно нужно сыграть. Мы отвечаем за свою работу, за аккомпанемент, за что? За свои сольные программы. Там. Вот мы за что. Вот самое главное. Заслуга оркестра, который не мешает солисту, а помогает ему. В Вологду Ринат Ибрагимов приедет 2 декабря, чтобы провести с оркестром несколько предварительных репетиций. Первый концерт пройдет в Вологде 3 декабря. Затем будут выступления в Череповце, а также на лучших площадках Санкт-Петербурга и Москвы. Александра Шер, Михаил Прищев, Вологда, Портал.